очень много. И по большому счету основная работа так и остается на Доме 2, да, на проекте. Вы видите, что я практически всегда в кадре, практически всегда в эфире. Единственное, если я куда-то уезжаю, то это не отдыхать, а на спектакле, с гастролями, тогда меня нет. Но все равно удается куда-то уехать. Вот я могу сказать, в мае 3 дня я была в Париже. В июне отдыхала в Марбелле, это Испания, а в июле в Дубае. Но это не полноценный отпуск, не 4 недели, не 2 недели, а буквально урывками 3-4 дня, потому что нам больше не удается. И ближайший отпуск у меня будет только в декабре. До этого времени никуда не уезжала, очень много спектаклей. И сейчас у нас шикарная свадьба, практически один состав. Да? То есть если раньше меня Мирослава Карпович заменяла, мы с ней в паре работали, то сейчас играю я одна. Поэтому так вот надолго вырваться не получается, потому что в месяц по 6-7 спектаклей в разных городах. Поэтому в этом году как-то отпуска пока еще не случилось. Новый год я работала, да, полноценного не было. Вот урывки, но все равно это очень даже хорошо, потому что потом ждет долгожданный отдых. Я планирую в декабре перед Новым годом на 2 недели уехать куда-то вообще далеко-далеко. Может, меня никто не застал, может, какие-то Мальдивы.